время ежегодной премии губернатора «Мы рядом» ради перемен стали 11 жителей Одинцовского округа. Она проходила по 4 категориям: область перемен, округ перемен, территория перемен и место перемен. За какие проекты получили премию жители муниципалитета и на что они потратят деньги? Об этом и не только мы сегодня и поговорим. Здравствуйте! В прямом эфире ОТВ программы «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. А в нашей студии лауреаты премии Федор Харитонов и Стефан Ангелов. Здравствуйте! Здравствуйте! А я напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире 8-495-508-86-84. Наш номер. Звоните и задавайте гостям свои вопросы. Ну, а кроме того, можно просто позвонить и высказать, например, свое мнение. Давайте начнем со Стефана. Стефан, расскажите о вашем проекте, с которым вы участвовали в премии. Там не совсем даже как проект идет. Теперь по-новому. По-новому идет, как вы сказали, область перемен. Я подавался на округ перемен. Это значительный вклад в свой округ и по области в ряд округов. Основное то, что у меня было, это помощь медикам, помощь многодетным семьям, пенсионерам. Также мы ездили в детские приюты нашего округа. И за все вот это время, за как раз период пандемии прошлого года, я понял то, что не нужно помогать именно, ну, то есть просто как для картинки, лишь бы куда. Нужно смотреть, кому помощь действительно требуется в данный момент. Потому что, ну, бывают случаи, то, что все помогают только медикам, а другие сферы бывают заброшены. Поэтому нужно помогать именно тому помощи, кому нужна в данный момент. Но, насколько я помню, вы мало того, что помогали, вы еще и как-то учитывали пожелания тех, кому вы помогаете. Да, бывали случаи, то есть если ко мне обращались по Инстаграму либо по телефону, что необходима помощь, я старался у людей узнать их предпочтения, чтобы не приехать и не оказать медвежью услугу, лишь бы чтобы была как акция, а именно что по их потребностям. Федор, а в какой категории вы принимали участие? Я тоже, да, принимал в этой же категории. Округ перемен. Это проект, направленный на создание инфраструктуры добровольчества. У нас есть ресурсный центр поддержки добровольчества, и мы стараемся этот ресурсный центр, собственно, всячески наполнить дополнительными возможностями, дополнительными инструментами для осуществления волонтерской деятельности. Вот у нас этому проекту уже почти 2 года, и за 2 года большой прирост и волонтеров, и волонтерских организаций, общественных объединений, которым тоже нужна помощь для дальнейшего развития. Вот мой проект и был направлен на то, чтобы создать некую инфраструктуру для развития общественных волонтерских организаций у нас в округе. То есть сфера деятельности у вас такая, пересекается. Да, да. Ну и, насколько я понимаю, вы замечательно взаимодействуете друг с другом. Да. Никакой конкуренции. Да, у нас как раз центральный штаб адресной помощи «Мы рядом», в котором мы все трудимся 24/7. У нас есть горячая линия, мы принимаем заявки, осуществляем адресную помощь. И у нас большой волонтерский отряд активистов. Поэтому наша со Стефаном премия — это, можно сказать, премия для всей нашей команды, всего нашего ресурсного центра, всех активистов, кто принимал участие вот в этой адресной помощи. А вот насколько сложно, Стефан, было участвовать в этой премии? Я так понимаю, что это ваш не первый опыт. Опыт был в прошлом году. Вот тяжело ли подавать заявку? Какие требования? Почему именно эту категорию выбрали? Заявка, в принципе, достаточно просто оформляется. На интуитивном уровне можно заполнить вопросы. Вообще о премии я узнал в прошлом году. Никогда не участвовал, честно, ни в премиях, ни в конкурсах каких-то. И многие люди, когда видели, какие дела я делаю, посоветовали поучаствовать и даже настоятельно рекомендовали, чтобы я поучаствовал. Я попробовал и понял то, что эта премия дает возможность реализовать то, на что не хватает средств. Потому что практически всю сумму я и Федор в прошлом году мы потратили на благотворительность. Мы к Новому году организовывали праздничные наборы, помогали людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И также, как Федор сказал, это работа не одного-двух человек, это в целом команда волонтеров. Это не моя премия, не Федора, это именно вот большая команда, командная работа. И мы также поощряли людей из нашего штаба волонтеров, которые активно принимали участие, сделали для них праздник и памятные подарки тоже подарили.
Очень хорошо, что вы заговорили про средства, потому что на самом деле вы сейчас умолчали, а я скажу, чтобы это не было секретом. Вероятно, вы использовали часть, да, тех денежных средств, которые получили в рамках премии, но как минимум половина в некоторых ситуациях была это ваше собственное средство. Вот вам зачем это надо? Мало того, что вкладываетесь морально, да, физически, еще и финансово. Прежде всего, чтобы, как говорится, изменить мир, нужно начинать с чего-то малого и показывать именно на своем примере. Если просто красиво говорить и при этом ничего не делать, то ну, никакого примера не будет для людей. Я стал вкладывать свои средства. Подключались также очень много моих знакомых бизнесменов, рестораторов. Мы организовывали для нашей больницы праздничные обеды, фрукты, цветы. И люди, которые видят это, то, что человек не просто делает и привлекает какие-то средства из дня, не свои, а отдает свои кровные деньги, которые он зарабатывал, он также отдает на благотворительность. И больше людей подключается и хотят тоже участвовать в благотворительности. Чем больше благотворителей, тем будет лучше у нас в округе и в целом в Подмосковье. Вот следующий вопрос вам обоим адресую, да, потому что вы оба с добровольчеством связаны. Но говорят, делай добро, да, и оно к тебе обязательно вернется. Вот уже были такие ситуации, когда это добро к вам возвращалось? Ну, можно сказать, вот из прошлого года на Новый год мы ездили поздравлять в виде Деда Мороза и Снегурочки семью в районе Кубинки. Люди оказались в трудной жизненной ситуации, у них сгорел дом, машины, все сгорели. Мы порадовали детей и потом уже обменялись контактами. Они сказали, на следующий год мы тоже хотим поучаствовать. У нас сейчас трудная ситуация, но в следующем году мы уже встанем на ноги и будем принимать участие. Бывает, вот по горячей линии приходят заявки, волонтеры едут, доставляют, и дедушки, бабушки видят это и направляют уже своих внуков в волонтерство, когда видят то, что волонтеры занимаются действительно полезной деятельностью. И вот я так понимаю, волонтеры попадают к Федору? Или не только к Федору? Ну, к нам, да, к нашу большую дружную команду волонтеров Одинцовского городского округа, волонтеров Подмосковья. Да, действительно, добро оно очень быстро возвращается, то есть стоит только начать делать добрые дела. Я сам уже волонтер со стажем, уже почти 15 лет. И, конечно, оно, вот это стремление делать добро, оно действительно заражает. Вот сегодня буквально был вот в 12-й школе, общался с ребятами по поводу темы волонтерства. И буквально там сразу же люди подходят, как помочь, как принять участие. Особенно вот касается вот нашей социальной сферы, как помочь ветеранам Великой Отечественной, может быть, как принять участие в какой-то адресной помощи, может быть, ну, сразу ребята начинают реагировать, потому что делать добро – это естественно для человека, это внутри каждого из нас. Наша задача лишь немножко помогать, подталкивать людей к этому замечательному, доброму делу. Всех к себе берете? Обязательно, конечно, всех, кто искренне хочет менять мир вокруг себя к лучшему, всех берем, конечно. Вот, кстати говоря, Стефан, ну, понятно, что в помощи нуждаются на самом деле многие по-настоящему, действительно. Но бывают и те, кто на этом умело, скажем так, ну, скажу грубо слово, паразитирует. Вот как понимаете, что вот здесь помощь действительно нужна? Ну, а здесь, ну, на самом деле, все у них хорошо и неплохо, просто хотят вот бесплатного сыра. У нас был случай, многие, наверное, общественные организации нашего округа и благотворители знают, бывает, обращаются вот на нашу горячую линию за неделю один и тот же человек, 5-7 раз может позвонить, сказать, что денег нет, рассказывает жалостливую историю, то, что помогите, мы, естественно, у нас там были и спонсоры, и я закупал, и другие люди закупали. Мы закупали продуктовые наборы, привозили, и потом, когда пообщавшись, мы в любом случае дружим со всеми общественными организациями, работаем как в одной команде, и узнаем одну и ту же историю, то, что одна и та же женщина ей. В любом случае мы не забрасываем, понимаем то, что нужно помогать, но уже как-то более умеренно. То есть, если когда первый раз слышишь слезную историю, то, что все плохо, хочется всего побольше, чтобы человек хоть чуть порадовался этому миру. Но также не забрасываем, то есть по чуть-чуть помогаем. Дозировано уже, да, просто да. Чуть-чуть. Вот у Федора уже как-то на прямом эфире спрашивал, теперь спрошу вас. Вот все-таки люди, которые работают с другими людьми, тем более волонтерская деятельность достаточно активна, все чревато выгоранием. Вот как с этим справляетесь? На самом деле устаете наверняка.
Вернее, столько физически, сколько морально. Сейчас уже после пандемии, когда прошла пандемия, больше чуть свободного времени, стараюсь проводить время с друзьями, со знакомыми, с детьми куда-то выезжать и немного отвлекаться от этого. Но бывают такие периоды, когда прям очень много работы с разных сторон, и понимаю то, что именно помощь нужна сейчас. То тогда откидываю это все, и выгорание, и все эмоции, и вот стараюсь помогать. На него просто уже времени не остается. Да. Федор, а давайте остановимся на ресурсном центре, который вы уже упомянули. Что это за центр? Кто в него входит? Чем он занимается? Это как раз то самое объединение волонтеров? Да, ресурсный центр волонтеров Подмосковья. Это некоммерческое объединение, которое предоставляет инфраструктуру. То есть, что это за инфраструктура? Это в основном помещение, может быть, какая-то оргтехника, консультационная помощь. Например, сейчас вот в данный момент идет подача заявок на президентские гранты. Мы, соответственно, тем, кто хочет подать, можем оказать консультативную помощь или направить на обучение. Вот у нас в области проходит прекрасная программа «Школа грантов», где любая общественная организация или молодой человек 14-35, как физлицо, тоже может пойти поучиться, чтобы подать свой проект, направленный на какие-то социальные инициативы, на президентский грант, или если это физлицо, то на гранты Росмолодежи, Федерального агентства по делам молодежи, Росмолодежь. Вот. И там экспертное сообщество оценит ваш проект, проконсультирует и так далее. А мы можем оказать некую такую консультативную помощь в начале, то есть посмотреть этот проект, куда лучше его направить, и дальше уже направлять вот в этот пул экспертов. Вот. Также мы предоставляем оргтехнику, у нас есть прекрасный медиа-центр, который может снять контент или некий блог для начинающего общественника, чтобы он рассказал о своем проекте, сделал какую-то видеовизитку, может быть. Также, допустим, если нужна помощь в создании сайта своей организации, мы тоже можем дать эти инструменты, то есть показать, как это все легко делается. Ну и там ведение социальных сетей. То есть рассказать, если вы хотите страничку создать в социальных сетях, как лучше это все сделать, забрендировать и прочее, прочее. То есть некая такая платформа, набор инструментов, как, и вы выбираете, что вам нужно для развития вашей общественной организации или развития вас как активиста, как добровольца, как личности. Вот. Также у нас сейчас будет проходить целый цикл тренингов, обучающих программ, где мы можем привлечь там, человека, там, пройти тренинг по саморазвитию или по ораторскому мастерству. Или как раз эти проекты оформлять, узнать, что такое цель проекта, как она ставится, узнать, что такое актуальность и прочее. Вот. Дальше это вот как раз работа с тем, чтобы осуществляя волонтерскую деятельность, не выгореть самому и избегать каких-то конфликтных ситуаций в общениях на мероприятиях, к примеру. То есть вот эти все навыки мы будем тоже давать и предоставлять любым людям, которые хотят в этой сфере развиваться, принять участие в этих мероприятиях. Любым до 35 лет, правильно? Ну, если человек хочет подать на заявку на конкурс грантов Федерального агентства по делам молодежи, то да, до 14-35. А если это уже общественная организация, то там возраст не ограничен. Вот, кстати говоря, какие советы можете дать тем, кто, возможно, в следующем году захочет принять участие в премии? Что, с чего начать? Как нужно действовать? Начать с добрых дел, и чтобы менять то есть окружающих, может быть, там своих знакомых, помогать людям. Не надо сразу замахиваться на что-то грандиозное, что-то большое, там какую-то глобальную акцию, мероприятие. Нужно начинать помогать. Если люди не знают, как, могут прийти в ресурсный центр. Там есть различные организации. Как Федор сказал, эта платформа, она объединяет не только людей, но и различные волонтерские организации. И человек может посмотреть, участвовать в различных мероприятиях, которые уже организовываются. Это и экологические акции есть Всероссийского общества охраны природы, патриотические акции идут,
волонтеров Подмосковья, это практически все направленности идут. Есть медицинская направленность, у нас волонтеры-медики. Посмотреть на других ребят, как ребята делают, как организовывают акции, присоединяться к ним и в дальнейшем, возможно, уже организовывать свои акции и предлагать идеи. То есть любые идеи поддерживаются, помогают, можем направлять и помогать. Готовы к сотрудничеству. Да. Да. Тем более есть еще платформы крупные, да, это volunteer.mo.ru, где тоже вывешивается задание или как информация о мероприятиях, которые проходят, где человек живет, там, в каком муниципалитете, он может увидеть, что там будет происходить, и принять участие, и получить еще за это добробаллы. Также добробаллы – это такие бонусные единицы, которые можешь потом обменять на атрибутику мероприятия или на вот прекрасную форму волонтеров в Москве. Также есть портал добро.ру. Это уже федеральный портал. Если, допустим, человек живет там на границе каких-то муниципалитетов или регионов Московской области с соседями, например, он может видеть, что вообще происходит в сфере добровольчества, какие задачи, запросы есть в соседнем регионе или в Московской области, и тоже найти возможность поучаствовать в этих мероприятиях. Там тоже есть бонусная система, там ведется электронная книжка добровольца, то есть это тоже очень нужно, очень полезно. Поэтому вот эти две шикарные платформы можно использовать, посмотреть, почитать, посмотреть обучающее видео. Так, а на что же вы собираетесь потратить премию, которую получили в торжественной обстановке буквально на днях? В основном на благотворительность. Конкретных сейчас проектов нет. Пока есть проект, который не особо финансово затратный, но полностью в него погружены. Это взаимодействие как раз молодежи и старшего поколения. И вот пока сейчас на него направленность, а там уже по ситуации смотреть, куда эта помощь будет действительно необходима, где люди будут остро нуждаться, чтобы им оказать эту помощь. Ну, естественно, нашей команде, нашим волонтерам их тоже поддержать. Еще не планировали как, но обязательно, я думаю, продумаем, да. Объединим, как и Новый год, и общую вот эту премию, то, что мы командой получили. А теперь давайте посмотрим сюжет с места событий. Напомню, 11 октября стали известны имена победителей премии губернатора «Мы рядом ради перемен». Внимание на экран. Эта красная ковровая дорожка не для великих людей, она для тех, кто каждый день делает маленькие добрые дела. Для тех, кто всегда рядом, ради перемен. Премия губернатора Московской области в этом году прошла под девизом «Мы рядом, ради перемен». Более 200 тысяч участников, 5 номинаций от локальных до региональных, 500 лауреатов, призовой фонд 80 миллионов рублей. Премия быть. Потому что, я уверен, она и дальше будет объединять все большее количество людей. Приятно, что с каждым годом именно молодые люди включаются в это движение и также бескорыстно от всей души дарят добро. Всем здоровья и всего самого-самого доброго. Именно с маленьких добрых дел начинаются большие перемены. В непростой год пандемии в нашем округе зародилось мощное волонтерское движение. Помощь соседям и близким постепенно стала делом жизни, рассказал волонтер и лауреат номинации «Округ перемен» Стефан Ангелов. Я увидел то, что многие люди нуждаются в поддержке. Начал помогать, помогал многодетным семьям со своего района. Потом уже был как раз праздник 9 мая, стал помогать ветеранам. И далее уже, когда сплотился с командой таких же неравнодушных людей нашего округа, в дальнейшем всей Большой Московской области, мы смотрели уже по ситуациям, то есть где эта помощь действительно необходима. Так образовался ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» в Одинцово. В конкурсе ребята участвуют не впервые. Говорят, он вдохновляет на новые проекты и новые добрые дела. Все это объединяет молодежь, и очень много ребят формулируют свои проекты, рассказывают о них, стараются донести до людей, что можно такими небольшими шажками менять мир вокруг себя. И когда мы видим результат, хочется рассказать об этом результате, зарядить людей, которые тебя окружают, близкие, родственники, друзья, и, так сказать, передать эстафету дальше. Вот этот про все как раз и говорит премия «Мы рядом ради перемен». То есть мы здесь объединяемся, чтобы сделать наше Подмосковье
и наш Одинцовский округ еще лучше. Специальной премией губернатор отметил особые проекты. Например, автора патриотического учебного пособия Ивана Жучкова, 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. А с полным списком лауреатов премии «Мы вместе. Ради перемен» можно ознакомиться на официальном сайте. Спектакль «Есенин. Поэт и женщина. Театр «Двое». Режиссер Светлана Лапшина завоевал сразу 3 награды 7-го межрегионального фестиваля театрального творчества «Тот образ во мне не угас». Фестиваль прошел 9 октября на родине поэта в селе Константиново. Сегодня в нашей студии режиссер Светлана Лапшина. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. А я также напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире 8-495-508-86-84. Звоните и задавайте свои вопросы. Светлана, лучшая режиссура, лучшая мужская и лучшая женская роль, да, в общем-то, главные награды фестиваля достались именно вам. Вот это было ожидаемо? Поделитесь впечатлениями. Ну, вы знаете, наверное, самые яркие впечатления все-таки от села Константиново и от его красоты. А что касается наград, да, вот замечательные дипломы получили 2 на руках у актеров и 1 вот у меня за лучшую режиссуру. Не буду скромничать, вы знаете, в этот раз было такое интуитивное ощущение, что да, мы что-то возьмем, и это будут достойные награды. А вот расскажите, пожалуйста, как родилась идея спектакля? Спектакль, честно скажу, я смотрела, мне очень понравился, он длинный, больше 2 часов, но смотрится на одном дыхании. Идею принесла Анастасия Данилова, исполнительница ролей всех женщин в этом спектакле, человек, влюбленный в поэзию Есенина. И вот она обратилась ко мне как к режиссеру и попросила поставить тот текст, который она сама сделала по воспоминаниям подруг Есенина, по документальным письмам его друзей. И вот этот текст мне предстояло как режиссеру воплотить на сцене. Это же колоссальная была работа, как актерская, так и сценарная, да, режиссерская. Да. Сколько времени ушло на постановку? Ну, вообще довольно прилично мы работали, больше 1,5 лет. Ну, конечно, тут вмешивался и ковид, и занятость артиста была очень большая. Ну, и я тоже, кроме своей основной работы, которую я веду в Одинцовском народном театре, вот взялась за этот спектакль, и, учитывая все составляющие, 1,5 года. А расскажите, пожалуйста, об актерах, которые играют. Их всего 2. Вот театр 2, да. Поэтому все логично, 2 актера. А как они справляются, да, особенно Анастасия, она одна, а ролей много. И роли все непростые, роли все сложные и все очень разные. Ну да, конечно, им выпали, я бы сказала, грандиозные роли. То, что сыграть Есенина и сыграть его подруг, да, это разные личности, и личности очень непростые, по-человечески сложные. И тут не только характер, тут еще и события, времени, которые они проживают. Но у них разные задачи. У Владимира Королева, который исполняет роль Есенина, у него стоит задача по спектаклю как-то внутренне измениться, потому что он появляется на сцене деревенским пареньком и потом проходит весь путь поэта, становится зрелым, уже таким лириком. Вот у него больше внутренние изменения. У Анастасии много внешних изменений. Она умудряется в одном спектакле сыграть 7 образов абсолютно разных. Это не только смена костюма, это и смена взгляда на жизнь, и смена отношения к происходящему. И пластика разная, и голос разный. Конечно, это работа очень-очень непростая актерски. Сами артисты, они не одинцовские, они живут в Лобне. Но наш успех я бы разделила на 2 все-таки театра, на 2 коллектива. Потому что театр 2, вот они молодцы, большие, они актеры прекрасные. И они очень много вложили в этот спектакль и души свои, и сердца, и в материальном плане. Они вложились, чего уж тут говорить. Но и Одинцовский народный театр, на чьей площадке это было сделано в Немчиновском доме культуры,
И артисты Одинцовского народного, они очень отозвались и помогали здорово. Помогали и в сопровождении спектакля, и в каких-то организационных моментах. Так что, вот, наверное, все-таки успех можно поделить на два коллектива. По справедливости. По справедливости. А костюмы? Кто этим занимался? Костюмами занималась сама исполнительница Анастасия Данилова. И она советовалась со мной, и мы вместе выбирали то, что окажется выразительнее, то, что подчеркнет характер той или иной героини, ее социальное положение. Так что вот вместе проходили. Коллективная работа. Mm-hmm. Спектакль очень интересное музыкальное сопровождение, насколько я понимаю, но авторское. Расскажите, пожалуйста, о нем. Множество песен исполняет Елена Фролова, композитор, автор своих песен, ну, можно сказать, что бард. И она дала добро на то, что мы можем использовать ее музыку. Анастасия, опять же, с ней связывалась, и вот мы получили разрешение на использование в спектакле ее и текстов, и музыки. Светлана, а вот ваш Есенин, он какой? Вот почему его образ, ну, в том числе, решили раскрывать через женщин, которые были рядом с ним в разные периоды времени? Это хороший вопрос. Ну, дело в том, что здесь, наверное, несколько причин. Во-первых, мужчину формирует женщина, а те прекрасные дамы, которые были в жизни Сергея Есенина, они по-своему тоже были интересны. Они все были не просто женщины, это и актриса, и поэтессы, и просто люди, скажем так, с высокими моральными ценностями. И, конечно, через встречи с этими женщинами он и сам зрел, он и мужал, как поэт, и как мужчина, как человек. Второй момент. У Есенина много лирики, посвященной любви, посвященной женщине. И, конечно, нам хотелось показать тех героинь, которые удостоились чести принимать эти стихи, вдохновили его на изъявление таких чувств в поэтической форме. Но я думаю, что здесь это прекрасная тема, показать такого поэта масштабного, как Есенин, именно через его подругу. А вот когда съездили в Константиново, изменились ваши представления о поэте? Когда готовились над спектаклем, как-то по-другому посмотрели на его личность? Вы знаете, я вообще очень много читала о Есенине, изучала его биографию. Это было связано даже не со спектаклем, это просто один из моих любимых поэтов. И я уже много лет вот в него влюблена, как и Анастасия, кстати, Данилова, мы совпали. Кстати, а как вы нашли вообще друг друга? Вот как эти интересы пересеклись? Случай, абсолютный случай, счастливый. Владимир Королёв – это мой однокурсник. Мы вместе учились на театрально-режиссерском, а Анастасия – его супруга. И вот она предложила ему сделать такой спектакль, и он сказал, у меня вот Светлана Лапшина, вот я к ней обращусь как к режиссеру. Так что вот такой счастливый случай. Ну, я, скажем так, верю в счастливые случайности. Которые думаю, не случайно, они не случайны абсолютно. Так что Сергей Александрович, наверное, нас выбрал и вот так вот привел. Вот. Ну и привел вас в том числе в село Константин. Вот ваше впечатление о фестивале? Как проходило награждение? Насколько тяжело удалась эта победа? Мы, знаете, были вдохновлены природой этого места, и не просто природой, а какой-то особой совершенно энергетикой, добротой, которая просто исходила вот от всех участников, от организаторов, каким-то таким светом. Ну, действительно, вот все, о чем пишет Есенин в своих стихах, оно все есть в Константиново. Это удивительный край, и не случайно вот деревня вошла в сотню красивейших деревень России. Я третий раз в Константиново, и мои впечатления не только укрепляются от этого места, и оттуда уехать ненаполненным просто невозможно. Хочется тоже взять ручку, листочек и начать что-нибудь писать.
Конечно, по уровню до Есенина вряд ли дотянуться, но попытаться, наверное. Почему бы нет, да, если душа просит. Тем более такие пейзажи и истории тех мест, наверное, вдохновляют. Но вот, кстати говоря, в спектакле вы не стремились добиться внешнего сходства, правильно, Владимира, с поэтом. Почему решили пойти по этому пути? Да, мы отказались от грима, от парика. Ну, вы знаете, на мой взгляд, важны были внутренние изменения, которые происходят с человеком. Потом у нас Владимир, наверное, играет не Есенина, да, как вот Есенина человека, а больше обобщенный образ поэта. И поэтому, конечно, здесь не обязательно портретное сходство. Плюс ко всему прочему, у него есть куски спектакля, где он отстраняется от образа и сообщает зрителю некие там вот информационные тексты, моменты. Вот. В этом случае тоже, в общем-то, сходство Есенина не нужно. Поэтому мы пришли к выводу не добиваться вот этого портретного. Да, уже что-то не главное, наверное. Вы знаете, мне кажется, что в разных спектаклях по-разному абсолютно могло бы быть. В нашем случае это не важно. А как публика реагирует на спектакль? Показов уже было достаточно, и, насколько я понимаю, реакция всегда достаточно бурная. Да, ну, впечатляет их спектакль. Он длинный, конечно, 2,5 часа с антрактом и множество новых каких-то сведений, во-первых, люди получают. Они говорят, что мы не знали, что, оказывается, у Есенина такая богатая биография. Мы не знали о том, насколько вот эти удивительные женщины сами по себе интересны. И, конечно, их очень впечатляет игра артистов. Особенно работа Анастасии, потому что там одному человеку приходится справляться с семью героинями. Очень здорово, что в Доме культуры при этом есть информационные стенды, где можно почитать информацию про вот тех самых женщин, которые в жизни Есенина сыграли важную роль. Они на каждом показе присутствуют, правильно я понимаю? Да, да, у нас в фойе мы вывешиваем информационную доску, где вкратце даются биографии этих женщин. Я вот даже их перечислю. Это Анна Изрядного, первая супруга поэта гражданская. Это Лидия Кашина, Зинаида Райх, Галина Бенеславская, Надежда Вольпина, Исидора Дункан и Софья Толстая. Вот все женщины, которых мы играем, можно увидеть в нашем спектакле. Вот так скажем вам по-человечески, какая ближе из них? Какая больше симпатии вызывает? Или сочувствие, может быть? Сложный вопрос, конечно, очень. Наверное, мне ближе Надежда Вольпин, потому что она очень самодостаточная, она сама поэтесса, и она избежала вот такой роковой судьбы других подруг Есенина. Она устояла, с ней ничего не случилось драматического, она дожила до преклонных лет, воспитала сына, и вообще человек, обладающий таким трезвым критическим умом, оставивший воспоминания замечательные. Вот. Но не могу не восхищаться Айсидорой Дункан, например. Но она натерпелась от Есенина, стоит отметить. Да, но там все, наверное, пострадали. Я думаю, что и Сергею Есенину было очень небезразлично. И ему тоже, как поэту, да, он был постоянно раздираем этими чувствами. С одной стороны, ему нужно было идти дальше, потому что он призван служить более высокому. Да, а в то же время вот земная любовь, она свои она требования, да, имеет. Поэтому, конечно, у нас еще отчасти спектакль о нереализованности, о недостижимом идеале, о мечте и о том, что невозможно, наверное, быть сверхталантливым, одаренным человеком и прожить эту земную жизнь просто. Нет, очень непросто, и
очень драматически. Все-таки за талант спрашивается сверху. Светлана, когда следующий показ? Потому что телезрители сейчас послушали, конечно же, захотели увидеть. 28 ноября в 16 часов, если меня не изменяет память, нужно будет время еще уточнить, в театральном центре «Жаворонки» в рамках фестиваля «Взмах крыла» мы должны будем сыграть этот спектакль «Есенин. Поэт и женщина». А вся информация на страничке Одинцовского народного театра, в том числе, да, можно найти. Или театра «Двое» тоже, у них есть соцсети, можно заглянуть и туда. Спасибо большое, Светлана, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.